Приветствую вас, это Бум-мебель. Готов у нас вот такой вот маникюрный стол, выполненный по индивидуальному проекту для нашего покупателя из города Магадан. В этом столе у нас сделан блок розеток Schneider Electric со стороны мастера маникюра в открытом отделении. Подготовлено отверстие для установки вытяжки Веракса. Это клиент будет уже по месту делать. Воздуховод от вытяжки Веракса будет уходить вот в это отверстие. И, соответственно, спускаться за решеточкой будет сам воздуховод находиться. Здесь будут установлены белые заглушечки. Мы просто их сейчас не поставили, потому что будем разбирать, упаковывать и отправлять стол. Углы у столешницы закруглены. Предусмотрен свес для крепления ламп. А также здесь сделано отверстие для проводов в столешнице. Значит, левая тумба у нас состоит с вами из 10 ящиков. Два нижних глубоких, вот таких вот широких. Все остальные 8 штук небольшой глубины 10 сантиметров. Наверху установлены вот такие вот полочки с разграничителями различными. По размерам, значит, стол получился. Глубина тумбы 41 сантиметр. Если общую длину смотреть вот так вот, получается 141 сантиметр. Рабочая зона мастера маникюра по длине 126 сантиметров, а в глубину 50 сантиметров. Высота 80 сантиметров. Вот такой вот у нас получился стол по индивидуальному проекту. Это материал LDSP Egger, цвет белый платиновый.